Наблюдать за своей квартирой из любой точки мира. Такая возможность появилась благодаря сервису от Ростелекома. Мобильное приложение позволяет удаленно присматривать за детьми, домашними питомцами, контролировать ход ремонтных работ и безопасность жилья. Подробности в сюжете Светланы Кравченко. Алексей Рачев паркует свой автомобиль во дворе многоквартирного дома. После того, как машину серьезно поцарапали, решил обезопасить себя на будущее и установил камеру видеонаблюдения. У меня появилась необходимость установить камеру, так как не всем доверяю во дворе, в целях безопасности. Также, конечно, бывает, уезжаю в отпуск, машина остается здесь, чтобы можно было присматривать из любой точки мира. Вся информация с камеры Алексею поступает в режиме реального времени прямо на телефон в мобильном приложении. Запись ведется круглосуточно. В темное время суток работает инфракрасная подсветка, что позволяет наблюдать за происходящим даже ночью. Кроме этого, оборудование вандалоустойчиво, хорошо переносит низкие температуры, имеет защиту от дождя, снега и даже грозовых разрядов. Ключевой особенностью нашей услуги является хранение видеозаписи в облаке. Таким образом, кража самой камеры не влечет за собой потери изображения или, допустим, порча этого оборудования. Вы всегда можете потом передать необходимую информацию правоохранительным органам. Еще одна категория – внутренние камеры. Их устанавливают в помещениях. Принцип работы такой же, как и у внешних. Но плюс ко всему, они оснащены микрофоном и динамиками, которые позволяют вести диалог. Подключение и настройка – процесс несложный. Сделать это можно самому. А для консультирования работает круглосуточная поддержка пользователей, куда можно обратиться в случае, если абонент столкнулся с трудностями. Евгения Ефременкова, Светлана Кравченко, Никита Ручкин, Вести Югория, Ханты-Мансийск.